Всем доброго утра! Всех поздравляю с праздником! Сегодня Благовещение. Вот мы уже позавтракали. У меня сегодня по плану яичница с помидорками. У детей были тосты с колбасой и чай. Я вот эту вот свою супер смесь, которую смешала из всех остатков чаев, заварила. Ну, вроде выпили, вроде понравилось. Вы когда собираетесь-то, ребят? Да, папа уже с... Там уже его видно, да? Ага, да, вон он уже стоит. Я Видите? помню, Вот что... это вот синие палочки, вот это батут. Если вы видите, ребята, и мы туда собираемся. Это сейчас сегодня какое? Седьмое. Первое. Седьмое. Седьмое. Второй выходной, воскресенье. У меня сейчас перекус. Буду есть вот яблоки и творог. Творог, да? Хоть так правильно, как оказалось. Смотрите, здесь у меня 100 грамм яблок. И сейчас вот такой вот творожок. Пачку творога и 100 грамм яблок буду перекусывать. Сашуль, привет. Нет, Саш, нет, мы не разбываемся, идем Даше. Сначала ты, Саш, Даша за того будет следить. Пойдем. Нет, Сашуль, пошли до Даши. Нет, до Даши пошли. Нет, да. Я готовлю котлетки. Это мясо, которое я обрезала с одной уточки. Сделала фарш. Картошка, лук, это мясо, чеснок, соль, перец. А здесь у меня варится потихонечку вот сами косточки. Будет борщ, еще будет гречка. И вот грибной супчик вчерашний доедим. И сделаю сейчас еще салатик. Котлетки уже приготовились. Гречка, салат. Ты еще что ли хочешь? Тебе еще дать котлетку? Я сейчас тебе дам, иди. Садись. У Фоньки кашель, сейчас лечимся, да, сынок? Выздоравливаем уже? Идет мультик Коко. Мы когда-то его в Ейске смотрели. Он такой интересный. Одеялки нести. А теперь уже все. Тайна Коко закончилась. Будем смотреть Гарри Поттера. Мы тут сижу, не вспоминали, когда мы последний раз все так лежали. А Фоня только оделся, уже раздевается. Быстрый парень. Батут, да? Пойдем прыгать? Пошли попрыгаем. Да, карусель. Будем прыгать? Батут, да. Ты пробовал, да? Фу, класс! Кто упал? Афоня или ты? Да. Пойдем Афоню искать? А, ты Даша ел? дал. Даша тебе дала? Да. Тоже качели делать. Три шлюпки свои будет. Потрясающая качели. Купите две. А Фоня теперь будет бить. Футбол играет. Бегает за папой, смеется. Папа с мячом, а он следом. Для вытоптали, да? Ага. Да, и телефона занеси, телефон занеси, Гриш. Антошка спит.
Ну, он, Афоня поспал, Антоха гулял. Потом Афоня проснулся, а еще и Гриша поспал. Афоня, ты куда? А я так подумал, ебать, это ж вечно. Это ж вечно. Получается? Ух ты, ага. Ну, я двойную не хочу. Точно. Ух ты, вот это вообще, гля, почти к тебе, да? На верхние колеса просто трубы положу толстые, чтобы она как бы... Оба! Переливные были. Ох, а батька света маленькая. Все, Афоня? Он уволился, но... Расскажи. Это что такое? Гарри Поттер? Ну, как супчик. Сегодня еще вкуснее, да? Чем вчера. Да. А завтра, представь, как он будет вкусный. Нет, завтра я уже борщик сделаю. Сегодня, по-моему, день Гарри Поттера на СТС. Вот сейчас смотрим уже, какой там. Это, наверное, какой-то кубок огня. Да. Это Гарри Поттер, это тайная комната. Гриша, она больше всего запомнилась. Да, тебе сама любимая? А мне есть кубок огня. Угу. Там они летали. Там они на этих летали. На соревнованиях. На мёдлах. Спасибо вам. Пожалуйста, сыночек. Ну как суп, Антон? I used to believe.